Эта книга называется Библия. То есть здесь собрано 77 книг. И ни одна книга в мире не называется так, как эта книга. Называется Слово Божие. Священное Писание. Другой никакой книги нет. Все другие книги люди написали, а это Бог. Писали люди, но Бог вразумлял их и, как сказать, Дух Святой диктовал, что написать в этой книге. Сегодня кто-то говорит, что да, это Ветхий Завет было. Нам уже Новым Заветом этого как бы и не нужно совсем. Но вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, говорит так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком и все прошли сквозь море». Напоминает историю израильского народа. «И все крестились в Моисея в облаке и в море, и съели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Образы для нас. То, что было в Ветхом Завете, это может быть и с нами, с теми людьми. Вышло их великое множество, а вошло только два человека, которые вышли из Египта, могущих носить оружие. Вошли только двое. Остальные все погибли. Почему? Потому что были работники и уклонялись в разные похоти. И блудодействовали, поклонялись идолам, роптали. Вот. «Не будьте также идолопоклонниками, говорит даже, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропчите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления. Все это происходило с ними, как образы, а описано в назидание нам, достигших последних веков». И приведу одно еще место Священного Писания из книги Второзакония, 22 глава, 5 стих. Говорит Господь: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это». Все говорят сегодня, да, это было в Ветхом Завете. Нет, это были образы для нас. И Господь говорит: смотрите, будете так поступать, все погибнете. Мы христиане. И это звание высокое мы должны достойно пронести здесь на земле, чтобы нигде его не опорочить. Вы свет есть миру. А если не видит в нас свет, то мы что есть? Тогда есть мы тьма. Вы соль. Но если никого не осадим, то соль не имеет такой силы. Значит, все прокисает и портится от этого. Не должно быть этого. Запомни, что мерзок пред Богом. Значит, человек, который делает это, как называется? Если мужчина, называется мерзавец. Если женщина, то мерзавка. Ну, просто назвать своими именами. Так и мерзок пред Богом всякий, делающий это. Сегодня это вошло в обычай уже. Люди и христиане подражаем этому. Помните этого и страшитесь, молодые. Особенно. Нигде, никогда не содержать. Помните это, что делающий это становится мерзкой пред Богом. А это, говорит, были образы для нас. Еще помнить это, что люди, которые поступали, делали мерзости пред Богом, погибли все. А это были образы для нас. Поэтому помните об этом всегда. И никогда этого не допускайте.
нигде. И допускающих это останавливайте. А святитель Иоанн Златоустый говорит, истинное покаяние есть тогда, когда мы приносим плоды покаяния. Какие плоды? То есть добродетель, сделанная обратная греху. Ты раньше, говорит, любил пьянствовать, то сегодня будь воздержан, говорит, даже в воде. Ты раньше любил блудодействовать, сегодня будь воздержан со своей женой. Ты раньше любил красть, красть, сегодня свое отдавай. То есть плоды должны быть. Ну а говорят пожилые, допустим, обратил, а какие я принесу плоды? Я тогда-то вот совершала такие дела, там и детей убивала, там аборты делала и прочее. Как я могу исправить? Можешь. Останови от этого своих снов, дочерей, знакомых, близких, родных. Это будут твои плоды, принесенные пред Богом. Тогда будет истинное покаяние. И как, так смотреть, грех совершенный, а где плод? Принес я или нет плод? Об этом будем всегда мы помнить. Учиться вы не идете не только для того, чтобы знать таблицу умножения там, или правила какие-то, как правильно написать через ЖШ, через И или через И написать. Нет, главное, мы вот слышали в молитве, что? Чтобы мы научились премудрости Божией. А премудрости Божией можно учиться, смотря на все. Вышел, смотри, какое небо, какие облака. Господи, это Ты все посылаешь. Какая красота кругом. Посмотри все это. И из этого мы можем научиться премудрости Божией. Как Господь премудро все сотворил в этом мире. И прошли дожди. Нам кажется, ой, грязь как. Но вот после дождя стало больше наливаться зерно. Лучше стали расти нам на огороде все. Слава Тебе, Господи. Тепло пошло, кажется, жара. Ох, какая жара. Комары едят. А не будет комаров, не будет птичек, им нечего будет. А у нас ласточки, в храме ласточки живут и щебечут. И мы радуемся, молимся, а они помогают нам петь. Запели они, помните, как они летают и щебечут. А не будет этих комаров, которые, кажется, нас досаждают. Их не будет, потому что они питаются этим. Господь все премудро сотворил. Поэтому не только нужно будет вам геометрию, алгебру изучать, но и природоведение. Как природа чудно сотворена Богом, все, и все связано одним. Пробовали нарушить что-то, одно кольцо вырывается, цепь распадается. Поэтому больше всего старайтесь познания, не тех учений, которые у вас больше, но не забывайте и ежедневно поучаться в Слове Божьем, ибо это вас никогда не постыдит. Нигде во все дни жизни вашей. Аминь. Подходите ко Христу.